Привет! Это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о причинах плохого запаха от кошки. Кошка очень чистоплотное животное, и когда от нее появляется неприятный запах, это должно серьезно насторожить владельца. Почему мяукающие могут плохо пахнуть? С чем это может быть связано? Давайте рассмотрим самые распространенные причины плохого запаха от кошки. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал. Так вы не потеряете нас и всегда сможете смотреть видео о животных. У нас много интересного. А еще можно нажать на такую кнопку в виде колокольчика. Тогда вы сможете самыми первыми узнавать о новых видео на нашем канале. Только убедитесь, что в настройках вашего смартфона разрешены уведомления от приложения YouTube. Это можно проверить в разделе приложения, который находится в настройках вашего телефона. Часто неприятный запах появляется в ротовой полости кошки. Как правило, это происходит из-за проблем с зубами или внутренними органами у животного. В первом случае самыми распространенными причинами, которые провоцируют плохой запах, являются кариес, стоматит, гингивит и отложение зубного камня. Во втором – нарушение работы почек, желудочно-кишечного тракта и диабет. Плохой запах может появляться не только в ротовой полости, но и в ушных раковинах кошки. Неприятный запах от ушей мяукающего друга очень часто свидетельствует о том, что у кошки отит. Также плохой запах ушных раковин может быть вызван клещом. Предотвратить обе эти проблемы можно, если регулярно осматривать и чистить уши питомца. Если плохо пахнет тело кошки в целом, возможно, у животного кожные заболевания, дерматит или экзема. При этих проблемах мяукающие часто испытывают зуд и расчесывают зудящие места, что приводит к образованию своеобразных язвочек и их гноению. Последнее становится причиной неприятного запаха. Неприятный запах от кошки может быть из-за неправильного питания, которое в свою очередь приводит к метеоризму у животного. Решить эту проблему можно, сделав рацион кошки максимально подходящим и сбалансированным для нее. В большинстве случаев неприятный запах, исходящий от кошки, это свидетельство того, что с питомцем что-то не так. Если ваша кошка плохо пахнет, покажите ее специалисту. Чем раньше вы определите причину неприятного запаха, тем раньше вы сможете начать правильное лечение и помочь питомцу почувствовать себя лучше. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!